В субботу, 19 марта, был дан старт розыгрышу Кубка Кашхабльского района по футболу памяти Азамата Гиржанокова. Родился Азамат Схатбиевич в ауле Кашхабль 4 июля 1967 года в семье рабочего. После службы в армии работал учителем физвоспитания в средней общеобразовательной школе номер 1. С 2002 года он являлся тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе аула Кашхабль и по совместительству учителем физвоспитания в школе номер 2. С 2012 года Азамат занимал должность директора Кашхабльской ДЮСШ. Помимо основной работы, он также занимался общественной деятельностью и являлся депутатом районного совета. В 2020 году Азамат Схатбиевич безвременно ушел из жизни. Все, кто знал Азамата, помнят его добрым и отзывчивым. Участие в турнире, посвященном этому светлому человеку, принимали участие 8 команд. Бличи Псин, Егерухай-1, Егерухай-2, Интер-1 и Интер-2, Огнебурец, Сосрука и Юность. В полуфинал, который состоится в эту субботу, вышли команды Егерухай-2, Юность, Сосрука и Бличи Псин. Финальная игра состоится 2 апреля. Не пропустите!